Образование обычно встречает перемены болезненно, но эту новость потенциальные студенты восприняли с радостью. Чтобы все остались довольны, продумали все до мелочей. Чтобы у работодателей не возникало вопросов к качеству подготовки специалистов, их решили привлечь к самому процессу. То есть они будут вместе с преподавателями оценивать знания выпускников, прежде чем студенты получат дипломы. Пока решили внедрить это правило только в отдельных колледжах, а в дальнейшем его станут применять и во всех других. Агирим Абдибек расскажет, как теперь будут готовить молодых специалистов. У молодежи появились новые перспективы. Впервые в казахстанской практике итоговую оценку выпускника будут давать работодатели. Для этого они создают независимые центры, в которых молодым специалистам присваивают квалификацию. На основании сертификатов таких центров колледжи выдадут выпускникам дипломы. Это правило внедряется вместе с дуальной системой образования. Перемены коснутся и самих педагогов, которым обеспечат все условия для практики. Так, каждый преподаватель технического колледжа сможет получить 144 часа занятий на производстве в течение года вместе со своими студентами. В первую очередь мы меняем кадровый состав преподавателей, внедрили сейчас семимодульную систему подготовки преподавателей, когда они пройдут полностью обучение и в то же время получат производственный опыт, чего раньше не было в системе подготовки преподавателей. Это позволит избавиться от некоторых недостатков в системе подготовки технических специалистов. Например, когда работодатели критикуют молодых работников, которые долго адаптируются на производстве и не готовы к высокой производительности. К подготовке специалистов нового класса приступят два колледжа мирового уровня, где будут учить самым востребованным на сегодняшний день профессиям. Среди них туризм и гостиничный бизнес, энергетика и ЖКХ. Первые такие колледжи появятся в Алмате и Астане. Уже решили, что алматинский откроется на базе ССП «Талатау». Они предназначены именно для того, чтобы привлечь в первую очередь детей из малообеспеченных семей, сирот и сельскую молодежь. 60% наших студентов – это как раз дети из таких семей. Плюс наш колледж будет находиться, и он строится в специальной экономической зоне ССП «Талатау». И поэтому мы для этого СЭЗа тоже готовим свои кадры именно в этих же колледжах. Согласно статистике, в первый год после выпуска работу по специальности находят лишь 70% выпускников колледжей. Новая система, которая решит ряд проблем в этой сфере, должна значительно сократить этот показатель уже в ближайшее время. Айгерим Абдибек, Фариза Шамшидин, Баужан Кажаканов, телеканал Алматы, Астана.